Участники президентской программы, представители власти и бизнеса, собрались в САФУ, чтобы обсудить реализацию национальных проектов развития России до 2024 года. Ежегодная конференция «Национальные проекты и региональная среда бизнеса» – один из ключевых этапов президентской программы, определяющий тему итоговой работы выпускников. Обычно это было связано с тем или иным производством или решением конкретных задач нашего региона. В этом году взят курс на президентские проекты и национальные проекты. Майским указом президента были определены 12 приоритетных направлений национальных проектов, обеспечивающих развитие России. Поскольку президентская программа готовит управленческие кадры для региона, их реализация во многом задача будущих выпускников. В этом году итоговые работы слушателей программы должны быть направлены на решение региональных задач в рамках достижения целей, установленных национальными проектами. Сегодня пообсуждать, как при наличии ресурсов и правильно сформулированной задачи все-таки сделать те проекты, новые проекты, может, совершенно новые проекты, или каким-то образом трансформировать то, чем вы занимаетесь сегодня, и достичь конечного результата, это очень важно. Конференция стала площадкой для предметной дискуссии об этапах реализации в регионе национальных проектов экономического блока, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт. Слушателям президентской программы и экспертам предстоит совместно определить механизмы достижения поставленных задач. С точки зрения именно этих трех национальных проектов, мы считаем, что их успешная реализация, достижение поставленных целей возможно только при выстраивании прямого диалога, и не только между органами власти различных уровней, но и при выстраивании диалога власти с бизнесом и с экспертным сообществом, коим является университет. САФУ вовлечен в 6 национальных проектов, в том числе совместно с правительством Архангельской области работает над приоритетной задачей создания в Архангельске одного из 15 научно-образовательных центров мирового уровня. НОС «Российская Арктика. Новые материалы, технологии и методы исследования» призван объединить усилия ведущих российских вузов, научных центров и крупнейших промышленных предприятий для развития, освоения и сохранения арктической зоны Российской Федерации. Анатолий Самсонов, Сергей Земских, Дмитрий Коротов, медиа-центр САФУ «Арктический мост».